Ну что, страшный зверь. Ай, как вам тут удобно. Ой, хорошо. Скажи, вот после такой клеточки, вот такая клеточка у нас, да? Ну вот мой сладкий переехал. Переехала. Чего, отловили? Не, не поймали? Мне кажется, хватать и бежать. Хватать и бежать? Она покусает. Мне кажется, дома покупали. Тащай, держи, ничего не будет. Алик, блин, нет. Нет, ты задавишь ее, если будешь сильно держать. А если слабо будешь держать, она выскочит. У нее же нет вот этой песочной. Да, у нее, они же как это, они... Клёпа будешь знакомиться. Она не понимает. Она хитрая. Хитрая, она не хитрая. Она, этого товарища можно в переноске. Давай, Маргаритка. Да? Ой, я его там перекрыла и забыла. Давай, пойду я маленькую переноску пока поищу. Они в комнате стоят. Где все. Ага, где одеяло, я поняла. Карточка не поменялась? Можно лежать на одеяло. Давай пока это самое обождем. Такая маленькая. Сейчас посмотрим, уйдем, она набегает, мы же за ней сразу придем, да прихлопнем ее там. Лапой так встает. Ой, полезла по стенкам. Она первым делом залезла в гамак и давай в нем там тереться. Гамак все равно кривый, Ксюш, ты видишь, что он под углом? Так он и будет. Но под углом, он же провисает. Тут на веревках, а там на карабинах, которые рядышком держат, а эту его отпускают. Села. Головой так. Ничего. Кто там, Клёпа? Там Алиска. Я бы скажу, еще птичек. Да, говорит, оказывается, жизнь другая, да? Мы решили ее на... в крайне сюда пустить с ведеркой. Она на первый этаж не бегает? Не бегает. Даже чем лучше, просто интереснее. Ты что, даже не кусаешься, что ли? Лёпушка. Она еще нет, не поняла. Скажи, я еще не поняла. Оп, вот. Вот так, говорит, вот так вниз. Бери папу. Ну, тебе теперь побегать ездить. Давай пока. Вы посмотрите, может, они если подружатся, их можно, друг другу, ну, открыть между собой. Мы только по поводу вот этих подумали. Там-то он вытаскивается, мы его убираем, они будут сдуются быстро. Он. А его не вытащить. Покрасить. А его сделали, чтобы не вытащить, чтобы не вытаскивалось, да. Там-то по-другому. Ну, да. И я боюсь, что снег с крыши упадет. И, да. И вот это вот все сломает. Вот так, говорит. Вот гамак у меня есть. Да? Лёпа будет крепко спать сегодня. Ну, набегается. Столько впечатлений. Вань.